Вы знаете, куда ехать в больницу? Вы СМП знаете. Знаете, да. Проводим. Давайте сейчас, я не знаю, где тут было, кто тут было. Лучше быстрее доехать. Да, еще живая. Самое ближайшее. СМП, да, самое ближайшее. Самое ближайшее. Мы не вместе, мы перед. А вот человек на этом. Я знаю, знаю. Я знаю, знаю. Открывай их, хорошо. Леночка. Леночка. Так, давайте. Леночка. Ребята. Ребята, руку, руку. Берем. Берем отсюда. Вот так. Лен, так, плохо. Держись. Пойдем. Держись. Здесь хорошо. А ПСМП увезли. В больницу скорой помощи повезли легковыми машинами в плохом состоянии. А сколько человек? Один-то три. Все, увезли. Два в тяжелом состоянии. А куда повезли? В БСМП. Очень быстро тогда. Примерно 20 минут назад на этом месте, возле проходной завода «Азовсталь», был расстрелян легковой автомобиль, в котором ехало две женщины, трое. Не знаю точно подробности того, что произошло, но люди на улице говорят, что автомобиль был расстрелян украинскими военными, якобы потому, что он не уступил дорогу военному транспорту. Только что мы с коллегой помогали грузить раненых в легковые машины. К сожалению, скорая не успела приехать. Женщина и мужчина, которые находились в автомобиле, тяжело ранены. Еще один мужчина и одна женщина ранены легко. Девочка, к счастью, не пострадала. Также не пострадал и водитель автомобиля.